сюжет, но тупо главное здесь едет. Потому что вы уже выехали на второстепенную. Видели, что? Что главное вот так да. Сидит. Выбирайте место для разворота. Торможение. Крутим, 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 крутим. Не бойтесь. Зеркало смотрим влево. Никого, остановитесь. Никого. Поехали. Что вам? Где вам тут? Вы просто увидели вот эти глыбы снега, все, паника. А, здесь дорога. Только поворотники заблаговременно, пожалуйста. Вот здесь можно, да? Вот, вот. Лучше здесь, чем там. Еще едем, еще едем, еще едем, еще едем, еще, 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 еще. Вот так вот. Крутим руль полностью. Полностью с места. Пошли газу. Аккуратненько. Зеркало. Стоять. Помните, да, что у вас руль выкручен полностью влево, что вы сейчас выйдете, надо будет крутить вправо. Поэтому даже выровняйте руль. Выровняйте полтора оборота. Еще на меня. Сейчас, когда поедете, вы не выровняете. Да чего туда смотрите? Там их много еще. Вот. Мы когда поедем, чуть-чуть левее. И все. Ясно? Поворотник где? Поехали. Вот, видите, и рулем крутить себя не надо. Выбираем место для разворота. Здесь что, можем? Ну. Да здесь тоже не надо, в районе остановки вообще. Вон там можно, против магазина было. У вас проблема знаете в чем? Вы смотрите влево и у вас машина, что вы остановились? Вы примите хотя бы левое положение дороги. Крутим, 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 крутим. Что, куда он там идет? Здесь никого, никого, все. То бишь мы ушли, главное, пропустили всех и пошли. Видать, я и бывает. Ну а что просто ехать? Вот скажите мне, зачем ехать просто взад и вперед? Ну что вы, ну и что, я извиняюсь за выражение, обезьяну сейчас на велосипед посажу, она мне доедет до центра и обратно. До центра и обратно. Зачем вы сейчас это сделали? Вот зачем? Вот сейчас что это было? Перестроилась. Ну, хрен с ним, где был поворотник? Вы для чего перестраивались? Разворачиваться собрались? Давайте развернуться. Ну давайте, что? Ну просто такой команды не было. И самовольно вот это вот тоже на экзамене и вам. Нет. Да, вот именно что на экзамене вы ни хрена не слышите. Вот смотрите, сзади нас автомобиль находится. Еще вперед потяните. Теперь крутим руль. Крутим руль. И теперь контролируйте смелее, чтобы нам просто он в бочину не въехал. Едем. Все. Как бы они должны пропустить нас, но вы же видите ситуацию, да? Да, давайте выбирать место для разворота. Левый поворот. Левый поворот. Тормози. Без суеты. Увидели же поворот. Пропустите эти ножи. Фигню. Крутим руль. А, ну хотя не надо крутить. Вот. Сейчас, если у нас автобус будет, вот сейчас можно крутить, сзади никого нет. Почему сразу нельзя крутить руль, чтобы в жопу нам не въехали? Крутим руль. Поехали. Поехали, поехали, сейчас спрячемся в кармашке, не бойтесь. Раз, тормозили, ушли, в зеркало смотрим. Поехали. Выравниваем уже, раз, 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 раз. Все, поехали. Все, поехали пока. Это у нас с окна сейчас пристрелили, задолбали здесь. Выбирайте место для разворота.
смелее, 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 едем, едем, едем. Вот тут сплошная, вот тут приливистая, вот видите? Крутим руль, крутим, газ уберите. Зеркало, остановите, зеркало, пошли. Выбираем место для разворота. Где машина едет, черная? Вот там и выйдем. Вам подсказали даже. Сейчас загорится светофор. А? Тут сплошная тут. Ну стойте. Че вы, куда вы лезете? Сейчас зеленый загорится, вы выездите. Вы чуть-чуть наперед думаете. Ну. Зеркало. Пошли. Че вы там? Клад на слизь-то? Хотя бы здесь начните торможение. Крутим руль, пошли. Пошли. Газ уберите. Кармашек посмотрели, поехали. Мы хотя на дороге стоим. Выравниваем. Опа. Левый ряд уходим. Уходим. Все, пошли. За регулируемым перекрестком выбирайте место для разворота. Понемножку шла.